Место для молитвы и ритуального чтения Торы. Все, что мы, чем мы можем заменить отсутствующий храм, это молитва. То есть мы встречаемся со Всевышним, каждый в своей душе. Они веками слывут книжным народом. Здесь вот текст изначально, да, оригинальный на иврите, это перевод на русский язык. И, соответственно, мы читаем это каждую неделю, мы это рассказываем, переводим. Почему синагога – это не храм? Зачем иудеи носят нити цицит? Почему в шаббат не принято работать? Ответы на эти вопросы в программе «Самара многонациональная». Смотрите 31 октября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».